Это уже килограммов по 3. День. Суббота сегодня. Вот наш Надильчик. Вот он, прекрасный малыш. Вот, молодец. Смотрик, видишь какой? Это вообще шедевр. А вон наше море Копчегайское. Футбольным мячиком, да? Молодец. Вот море. Ничем он не отличается от Анталии. Все то же самое. Только сервис. Ну и что? Мы находимся в ручище Ньялы. Очень красивая местность. Ждем клев. Ну, в этих местах так часто не клюет. Надо работать и работать. Смотрите, какая каша получилась. Она прям аж липкая вот. Видите? Это классика, ребята. Значит, взял я груз в качестве камня. Помните? Вот он. И прилепил сюда вот это вот кукурузу с кукурузной мукой, да? Это уже противоположная сторона Ньялы. Я имею в виду там, где я рыбачу. Вот это тот берег. Отсюда обычно переправляется на ту сторону. Ай, молодец. Твоим рыба молодец. Ребята, вот он. Посмотрите. Спасибо, ребята, за выдержку. Вот примерно килограмма 3. Красавчик, да? Добрый вечер. Максим, какое число сегодня? Сегодня 6 июня. 6 июня мы с Максимом. Он является подписчиком, да? Подписчик? Да. Вот. Значит, интернет-соединение восстановлено. Время прибытия обновлено. Вот. Первый подписчик, которого я беру на рыбалку. Это Ильи. И вот это вот как раз мост, который разделяет море и Ильи. Красоту эту закрыли. Ну вот сейчас только наслаждаемся морем. Еще одна поклевка. О. О. Сейчас дать твоим глазкам. Не хочет снимать. Большой, наверное. Так, время у нас 6:53. Значит, вот подписчик мой Максим, вы его знаете. И вот еще подписчицы. Подписчицы, да, правильно выражаюсь я? Да. Вот, пожалуйста, посмотрите, какие симпатичные подписчицы ко мне сегодня. Вот. Вон они пришли. Тоже хотят на рыбалку. Вот. Ну, я сказал, чтобы они за ночь прочитали книгу о рыбалке. Это уровень первого курса рыболовного института, как вы помните. Вот Максим уже, можно сказать, на втором курсе, да? Да. Вот. Сегодня экзамен. Да, экзамен будет сегодня. Мы едем на дачу. Так, ребята, подъезжаем. Город Копчегай. И море вон великолепное. Солнце поднимается. Максим, привет. Как обстановка? Мы въехали в Копчегай, ребята.
водитель есть, повара есть. Чего еще не хватает для нормальной жизни человека? Видите? На Казахстанской, да, сейчас? Да, да, да. Повернули на казахстанскую дорогу, ребята. Казахстан, он в свое время хотели сделать его столицей. Но все это стройка встала. Там такой вокзал сделали красивый. Вот. Потом по кирпичам их все разобрали. Вот Казахстан, видите, пишут 55 километров, Алматы 76. И вот эти вот дачи, они начали строиться в 80-х годах. Делали свои выхлопные трубы в застойное время, это 80-х годов. Особенно на «Москвиче». У них посадка ниже. И вот здесь есть одно золотое место, проклятое рыбаками. Вот он, вот этот участок. Здесь хоть они разровняли сейчас. Смотри, как ровненько, красиво. Раньше здесь вообще такие булыжники лежали. Вот он, видите, зацементировали. Вот такие вот камни, валуны вот такие лежали. С гор они падают. Еще хочу обрадовать охотников. Здесь было столько кекликов, ребята. Я лично сам охотился здесь. А небо какое сегодня, ребята. Прекрасное. Солнца нет, он за тучками. Вот, ребята, здесь рыбаки приехали, вон, устроили здесь. Видите, вот как заводежка здесь, можно уже рыбачить. Вон лодки, пожалуйста. А вот там плотина, видите, вон, ГЭС. Ой, как здесь понастроили, смотри, как красиво. Вот, ребята, вид сверху. Перед вот этой дорогой, смотрите, вот эта скала называется «Мужик и баба». Ну, я вам говорил его в тех своих роликах, что это, что такое «Мужик-баба». Вот сейчас по тому серпантинной дороге мы будем подниматься. Это отвесная скала, очень опасная дорога. Начинаем нашу рыбалку. Озерке куда пошла? Давай с мамой, с мамой. Вот подписчицы, они еще не привыкли ко мне. А вот уже один рыбак здесь все занял, и там все заняли. Ну ладно, мы тоже что-то бросили, но зато смотри, какая красота здесь, ребята. Еще раз я восхищаюсь этой красотой. Вон они уже что-то ловят, по всем этим топчанам отвозят. Вот они выезжают уже. Натаскали рыб. Вот примерно вот такая рыбалка, ребята. Ну что, джиги, ты поймали? Да. Что, есть там что-нибудь? Целый мешок. Ну вы даете. Вы, ребята, извините, пожалуйста, вы рыбаки или браконьеры? А? Ох, сколько вы поймали! Ну вот это да! Покажите, это караси, да? Это караси. Вот это да! А я... Великолепная панорама, ребята. Это только в раю может быть такое. Райский уголок. И рыба здесь очень крупная. Значит, течение идет справа налево. Вот. Здесь очень хорошие места. И вот заход рыбы снизу, видите? Вот прям можно вот на углу становиться, и рыба будет клевать.
Вот площадка, видите, вот сюда ставится машина. И вот отсюда рыба заходит. Посмотрите, видите, она снизу идет. И кто, если вот она, удочка стоит, видите, вот с этой удочки, вот это первая поклевка будет на эту удочку, если хорошо заряженная. Вот и будет жужжать катушки. Один раз попалась и утащила его на ту сторону. И мне пришлось эту рыбу вытаскивать аж вон со второго песчанки. Сейчас покажу вам. Вот это конкретно. Они встали, ребята, на УАЗике. И этот тент у них хороший. Вас аж двое, да, собачат? Вы что, гавкать умеете, нет? А? Эй! Молодцы, молодцы. Такие хорошие. Да, 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 надо лаять. Надо лаять. А ты что молчишь? Вот это молодец, хорошая собачка. Еще. Во-во-во-во-во. Молодец, молодец. Молодец. Молодец, Жульбарс. Очень хорошо. А хвостик-то зачем загнул? А ты что молчишь? Поймали что-нибудь, ребята? Поймали что-нибудь? Ребята, хочу про водку сказать. Я знаю, что вы водку не пили, вы это взяли в речку, вылили водяному. Но из-за того, что вы вылили, вы так переживаете, что столько водки ушло в речку. Правда, да? Нет, то и дело, что не пили. Ну вот я и говорю, что вы не пили. Банду ждем. Ясно. Те шашлык готовить будете, да, наверное? О, ребята, вот здесь яма запрещенная, блин, здесь столько рыб можно натаскать. Как вы его увезете, я не знаю, блин. Яму или рыбу? Рыба. А? Яму или рыбу? Вот молодцы, классика у вас. Вот видишь, как надо отдыхать, блин, и зонтик, и дождик, им пофигу все, правильно? Ну вот, эти лодки спасатели якобы. Они вон привозят их на это самое, на рыбалку, увозят. Это в нынешнем положении называется как? Как сейчас называется вот это вот все? Бизнес, да? Вот это бизнес. Вот. Вот здесь упал КамАЗ. Помните, я вам в прошлом ролике говорил внизу? Вот сюда, вниз. Сделали дорожку. И пришлось его вытаскивать. То КамАЗ, он перевернулся здесь. Вот еще этот самовар. А я вам скажу, где магазин есть, где продаются. Ребята, посмотрите, вот люди здесь поставили самовар, да? О, это же вообще, я помню... Я помню в 40-х годах, когда я еще был маленький. Вот, но вы столько не жили, да, 40-й год, не помните? Я помню. Да, ну вот я совсем древний человек. Я тоже помню все эти самары. Вот, советские самары. Смотрите, да. Вот смотри, как они обосновали. Это Субарик? Субарик. Ой. Халдина, вот он. Вы что-нибудь поймали, наконец? Да, сазанчика поймали, змей-голову поймали. Много поймали? Пойдем. Пожарили. Уже пожарили, поели уже. Да вы что? Да. Вообще, я честно признаюсь, вы рыбаки или браконьеры? Мы любители. Любители? Да. Рыбаки-рыбители. Ну вы на этот крючок мы ловите, да? У нас О, все ясно тогда. У нас чисто удочки, вот все. Ясно, ясно. Сетями мы не любители. Да. Раков. Что я вон местность снимаю. Вот. Раков ловили вчера, раков поели. А это что, штыри это какие? Это у нас вот для палатки. Ой, молодцы, ребята. Все продумано. Спасибо вам большое. Скажи еще раз, это самовар стоит? 52 тысячи тенге. Ох ты, 52 тысячи. Да, Фортебан. И на углу магазинчик. Там стоят эти самовары по 52 тысячи. Класс. Ладно, ребята, приятного аппетита вам всем. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, как сегодня отдыхает. Пожарили уже даже. Вот, ребята, мы подошли к понтону. Вот где стоят, это понтон. Вон там в середине, это освод там был, осводовский домик. Я не знаю, сейчас есть или нет. Вот где палатка, вот справа. И вот эта вот ямка, песчанка, вторая песчанка называлась. Она тоже очень богатая. Тут весной, если сверху посмотришь,
миллион рыб собирается, чтобы нереститься, но плотина не пускает их. Смотри, меня встречают, оказывается, здесь тоже знают, да? Да. А как вы узнали меня? Я по голосу. По голосу? Ну, молодцы, да, оказывается. Мне очень приятно познакомиться. Да, здрасте. Давай поцелуемся, да? Или как? Поцеловались. А это кто будет? Гузеля. А? Гузеля. Гузеля, давай тоже. Очень приятно. Вот, надо же, блин. Это мой сын Рафаэль, иди поздоровайся. Здорово, Карифан. Ты тоже рыбак, да? Да. Как тебя зовут? Молодцы. Настя, смотри, как вот это место я открыл 30 лет назад. Вот здесь вот, да, было 40 рыбаков вот здесь вот. Через каждые 4 метра стоял рыбак. И они в шутку сказали: Фаим, так обиделся, что меня на понтон скинули. Оказывается, я выиграл. Почему? Рыба-то идет снизу, и первая рыба попадается мне, а потом им. Я как начал здесь тягать их, они все ошарашены. После этого здесь построили этот самый загородительный, и люди жили все лето, передавали друг другу. Ты же тоже наш мужичок? Возьми вот это, сними нас. Так ручку делай. Она уже включена. Смотри, надо зуму сначала. Включена, только направь на меня. Ага. Видео или... Да, она видео, да. Значит, ребят, это подписчицы, да? Подписчицы вы, получается, да? Да. Вот. Они встретили меня здесь. Это понтон, ребята, знаменитый понтон. Я 30 лет тому назад здесь рыбачил. А, кстати, он сохранился, этот понтон, там, нет? Железки лежат? Да, да. Да, слава богу. Это самое козырное место. Дай бог вам удачной рыбалки. Спасибо, давайте. Спасибо. Вам очень здоровы. Приятно. Надо же, да? Да. Вот, ребята, примерно вот что ловится сейчас. Смотрите, вот это вот зеленые. Это говорит о том, что водоем начинает загрязняться, поэтому вот эта вот природа загрязняет его, вот, очищает за счет зелени. Она насыщает кислородом. Биохимическая потребность кислорода в течение 5 суток, если не соответствует, они будут его зазеленять. Вот. Это змей-голова, да? Ой, какая красота, ребят. Это же вообще... Только не отпусти, пожалуйста. Ой, молодец, красавчик. Вот это я понимаю. Ой. Молодец. Все, уйдет, черт же. Уже ушла, блин. Ну, что вы, специально. А, она была маленькая, ребята, отпускать. Ребята, спасибо, спасибо. Но не надо больше, не надо, я уже понимаю. Вот эту большую я вижу. Я все, уже выключил камеру. Хотел сазанчика показать. Ладно. А сазанчика я видел уже. Видели, да? Да. Спасибо, ребята. Мы еще поймаем. Вот она, ребята. Несутся они. Туда-сюда. Ребята, посмотрите, сколько здесь карасей, а. Это же чудо. Россияне, вы посмотрите. Вобла какая жирная. Караси. Это одна поклевка карасева. Это что только стоит. Смотрите, на катушках. На что ловите вы ее? На кукурузу? На червя? Вот смотри, как он классно. Вот сидит, и сидушка у него запрещена. Здесь, наверное, сзади мягкое, да, у вас? Вообще рыбакам мягкое нельзя, он заснет. Да, говорят, заснет, если мягкое. Не спите, да? А сазан далеко ваш? Посмотрите, какого они сазанчика взяли. Ой, какой... 2-3 сазанчика. Вон они, смотрите, красавчики такие. Ну, молодцы, ребята, молодцы. Удачи вам. Это что он? Трясется весь. Вот у дяди Фаима сегодня рыбалка классная. Смотрите, шумные такие. Вон, как они носятся. Ой-ой-ой. Смотрите, какая собачка. У него рана, да, сбоку? Да. От чего? Ох ты, молодцы, такие хорошие собачки, умница. Его надо марганцовкой обработать. А он уже зажило. Зажило, да? Сказать. Ясно. Ну как голос? Вот это маленький, молодец. Паф, паф. Сучка. Сучка, да? Ага. Молодец, красавчики такие. Вот они здесь наверху обосновались, видите? Вот по этой дорожке поднимается. А маску зачем одели?
Да вы чё? Вон на тех двух камнях я видел, два мужика стояли и тягали жерехов одну за другой. Это было в 80-м году. Но сейчас, наверное, ни одного не поймает. Вот, ребят, это моя любимая яма. Вот здесь я ставил машину свою. И вот здесь спускался. Вот это заход рыбы. Вот здесь всегда, всегда ловился хороший сазан, хороший амур. Это были времена, классика. И потом, смотрите, сазан отсюда брался. И вот он, знаете, что делает? Вот так вот тащит, 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 тащит. И вот за этот угол. И ты вместе с этой катушкой уходишь и на втором песчанике вытаскиваешь сазана. Вот так было. Смотрите, как красиво стоят удочки. Видите, ребята? Вот здесь стояли мои удочки в свое время. Вон они, эти рыбаки. Это классные рыбаки, они вон с колокольчиком, как положено. Ох, ветруган. Вот смотрите, как прекрасно перестроили, ребята. Видишь, дорога. Сделали заводь, вход, выход. Видите? Растения растут. Вот. Ребята, что-нибудь ловится? О, сазана нету? Пока нет. Вы рыбаки, да? Не браконьеры же? В смысле? Ну, если браконьеры, они что-то бросают такое запрещенное и ловят. На червя, если это не запрещено, тогда на червя ловят. Ну, на червя запрещено, потому что вы же обманываете рыбу, даете червяка, а подсовываете крючок. Правильно? А? Это браконьерство уже. Надо честно ловить. Вот, я правильно говорю, ребята? А то суют червяка всякого вонючего. Конечно, она будет ловиться. Вот красиво, как здесь сделали. Здравствуйте. Вот эти ребята, да, обманывают, они нечестно ловят. Они подсовывают на крючок этого червяка. А это же нечестно же, червяка поставили, суют ему, а там крючок. А? Нельзя же, да, так? Жарко, мне кажется, да, сегодня? Нет, да? Что-нибудь поймали? Ох, какой обрыв здесь сделали, не? Сколько глубина здесь? Метров три есть? А, хорошо, молодцы. Смотри, как хорошо. Спиннинг бросили. Вот это называется тургеневская рыбалка. Ух ты, классика. Давно приехали, да? Да. Что-нибудь поймали уже? Да. Вот, пожалуйста, здесь. Кот-к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 от. Раньше вот так это делал, петух со мной хотел драться. Вот здесь все начало, ребята. Все лодочки, лодочные станции. Ну, ребята, поплыли мы! Вот это да! Скажи, чтобы он туда пошел! Вот, ребята, это понтонные места, усачевые места. Это самая классика, ребята. Если бы вы когда-нибудь здесь бы посидели, порыбачили, особенно ночью. А сводовский домик где? Ушел, да? Бауром. А свод где здесь? А? Вот здесь был домик, ребята, осводовецкий. Он спасателем работал здесь раньше. Нету его. Вот смотри, что здесь делается, вон. Поймали что-нибудь? Дорога! Фарватер мой, скажи, фарватер. Дорога, дорога.
Вот, ребята, круговая панорама, посмотрите. Это только в сказке может быть такое. Вот это скорость. Сколько лошадок здесь? 150 лошадок, ребята. Это мотор как у меня. Вот, пожалуйста, ребята. Вот это называется счастье для рыбака. Что может быть еще круче, чем кататься, ловить рыбу? Пока я пришел, вы что, поймали рыбу на мой снасть, да? Да, да, да. Расскажите, как вытаскивали. Я ее очень сильно вытаскивала. Сильно, да? Очень сильно. Ну что, она дергалась? Да, вырывалась. Видите, ребята, я ушел. Я ушел лодку, это самое, заказывать. Они за это время у меня клюнуло и вытащили сазана. Вот так вот подписчицы уже умеют рыбачить. А дядь твоему только надо отдыхать теперь. Зачем ему ловить? Он уже за всю свою жизнь столько наловил, да? Столько наловил рыбы. Вот смотри, по всему берегу, где хочешь, все есть. Надёжка, сколько тебе лет? 13 есть? Ну сколько? Скажи честно. 13. А? 13. Неше жастасың, айтшы? 15. 15? 15-ке толдың ба? Да. Молодец. Вот это мама, а это вот ее дочь. Надёжка. Надёжка, да, правильно? Назирке. Назирке даже. Ой. Ой, смотри, ребята, это, блин, вообще классика, смотри. Это же вообще райский уголок, а. Вот здесь я в молодости бывал. Смотри, чудо. Это чудо, ребята. Я твоим как будто побывал. Вот смотри, Амурьи места. Вовром, вот здесь Амур ловится вон на камыше, а? Ну, если вот этот купить, допустим, один шатер, да? Сколько стоит он? Шатер сутки 5000, а перевозка с человека 2000. Туда, а, да. Хорошо. О, недорого. В общем, короче, за червонец ты привезешь, да, нас троих? Во, видите, ребята? Вот познакомьтесь, вот он джигит. Капитан корабля. Как называется твой корабль? Я Алтай. Вот. Чуть-чуть еще поднимись, да, ситрушки. Едем вот природу пока. Ага. Ой, какая красота, ребят. Я рыбачил раньше, ребят, на осетровой дуге. Осетровая дуга находится вон там. Там тоже такие скалы, ребят. Смотрите, какая красота. Вы, между прочим, отсюда пешком не спуститесь. Только вот по этим ущельям. Очень осторожно надо, очень осторожно. Это моя молодость здесь прошла. Надёжка, счастливая? Ну встань, запой, скажи. Это же красота. Видишь, как нам показывает все места? Не бойся. А это дом откуда появился? Построили. Вы? Смотри, не улети, девка. Вот мы приближаемся к осетровой дуге, ребят. Это классика. Компаурм, вот это вот место, если я, допустим, у тебя закажу. Как надо это самое? Когда-нибудь приеду я. А, телефон бар, да, сыны? Ты запиши телефон вот этого джигита. Сейчас я сниму ее быстрее. 15 метров. Эти места для меня знакомые. Син Ингжах столат не видит блесного ходики. Вот червой, да? Вот потом сили всем злой, если не гладным болсом. Келетным болсом. Ребята, вот смотрите, я что хочу вам сказать.
Вот за бензин, за солярку я расходую 300 километров. Это примерно 15-16 тысяч, правильно? А сюда я приеду, 10 тысяч джигиту отдал, он привез. А обратно? Забрал. Еще столько же? Нет, туда обратно. О, слушай, это вообще бесплатно. Вот так, ребята. Это, слушай, рекламу я делаю тебе, получается. На зерке. Как я, на зерке? На зерке. На зерке. Ойленайчи, ойлен. Казахша бір ойленайчи. А, казахсын ғой, казахтың қызы. Камажай. Вот это, да, ситровый дуга, он пониже, да, чуть-чуть? Ну, я туда пешком ходил раньше я. Ладно, жақсы бауырым. Көңілімді толтырдың. Көңілімді толтырдың. Мы набираем скорость. Вон еще одна лодка идет. Это спасатели. Смотри, а мы идем. Мы ушли. Вот он, вот он. Ау. Вот она, скорость 70 километров в час, ребята. Но это вообще бешеная скорость. Ребята, усачевые места. Видите, скалы, все дно, щебенка. Такие усачи берутся. Но это запрещенная рыба. Подписчицы наши, которые меня расцеловали. Вот, а вот как стало. Вот она. Это что делается? Вон она, качка. Качка! Эх! Эй! Хватит! Все, заворачивай к нам! Всем... Так, Баурым, мы потихоньку прощаемся. Атынгым сенің? Алтай. 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 Это же у нас есть специально. Я сейчас телефон запишу. Если что, сюда приедем на Ситровую дугу. По Ситровой дуге есть там этот? Нету. Нету, да? Но у меня дикие места пойдет. Значит, всегда говорят, что где твои всегда хвастаются шашлыком. Ну как рыбалка без шашлыка? Но это равносильно тому, что брачная ночь без невесты. Правильно, да? Что такое сочетание? Вот сними, пожалуйста, меня и сзади панораму. Вот тогда будет шашлык настоящий. Это оператор, возьмите себе. Вон, Максима сними, моего подписчика. Красавчик такой. Вот, ребята, поклевка. На, держи. Вот так.
Сегодня первый раз, да? Будем посмотреть. Будем посмотреть. Это грузины так говорят. Будем посмотреть. Правильно? Ну, рыба небольшая, я смотрю, он сазанчик такой. Я хочу, чтобы ты показала. Я твоим учился в интернете. Видите, когда вытаскиваете, значит ногой делаете, смотри. Да, да, да. Ты вытаскиваешь, правильно? Да. Ну, поехали. Я же вам сказала, что хороший. Вот. Включила, включила. Посмотрите, ребята. Ведь второй золотой. Видите, как всегда, угол атаки крючка вычисляется по формуле Лагранжа, да? Вот они. Вот, пожалуйста. Это вот сюда я провожу вам. Восьмерочки, девяточки.